Академик Александр Леонидович Мясников, человек быстрый, на первый взгляд даже торопящийся в общении с больными, мало придававший значения установлению психологической совместимости с ними. Но Мясников обладал необыкновенным даром аналитического мышления, в котором помогали ему эрудиция и феноменальная память. Каждый клинический разбор больного Мясниковым – это научный трактат по конкретному диагностическому вопросу. Мясников – крупный терапевт, обладатель высшей международной награды «Золотой стетоскоп». Любитель живописи, он собрал прекрасную коллекцию картин, оставил книгу ярких воспоминаний о своих учителях и коллегах. Ученик Плетнева и Ланга, Мясников с артистизмом читал лекции, привлекая внимание слушателей глубиной мыслей и страстной увлеченностью рассказа. Личность Мясникова проявилась и в том, что он не поверил фальшивке о Плетневе и каким-то образом сумел отказаться выступить на процессе 1938 года. Но время перемалывало и таких замечательных людей. В 1952 году он не смог уже отмолчаться по новому делу врачей, о чем сильно сокрушался оставшиеся годы жизни.